по-немецки все, все по-немецки. Проверная гея. А ты про кого рассказываешь? Про меня. Ну, значит, смотри, их. Их. Скажи, я просыпаюсь. Нет, я просыпаюсь, как быть? Их. Шлафан. Их шлаф, и я сплю. Ты и на нах, это ночью ты спишь, да? Дальше, Полюш, просыпайся. Да, это понятно. А как я просыпаюсь? Их. Шлаф. Гуд. Я сплю хорошо, ладно. Теперь, как проснуться? Это спишь. А проснуться? Их. Вахе. Ауф. Ауф. Еще раз, Полюш. Их вахан ау. Их вахе ау. Дальше. Гейнст бад. Скажи, я иду в ванну. Гейнст. Гейнст бадацима. Супер. Их гейнст бадацима. Дальше. Чищу зубы. No. Ну, все по-немецки. Их гейнст. Нет. Ты идешь скажи, в зубную пасту? Ну, у нас там не все не так просто. Я приношу зубную пасту, потому что нас мы не оставляем зубную пасту, иначе все будет зубной пасть. Ну скажи, ладно, Паш, я чищу. Пойдем зуб. Просыпается и все. Все у нее пусто. Потому что все у нее шампунь и все. Да, их да, пуцер. Цены. Смотри, какие у нас стали белые зубки. Покажи, Полюш. Вот, потому что мы теперь хорошо в зубы чистим. Кто тебя научил? Хартингер? Мы вместе чистим. Дальше. Что еще делаешь? Что? Чай пьем. Ну, скажи, тоже отраву делаю. Дальше. Молодец, умница. Еще кофе пьем. Ну, скажи. Их тренкен кофе. Еще? Еще подожди. Вогин гейст ту герне. Вогин. Пина. Пина, не знаю, я с тобой не могу Еще. Пина, можешь стоять на месте? Стой. Надь, стой, я спрашиваю. Вогин. Гейст ту герне. Куда ты с удовольствием ходишь, Полю? Полю. Скажи. Только скажи, и герне. Герне. Полю, куда? Скажи, куда ты хочешь? А почему? Ты уже десятый раз. Полю, не надо. Блин, ну, ты правда, уже 10 раз ты сейчас Маша будет сердиться. Да. Я же тоже не хожу 10 раз туда. Да.